взаимоотношения, это, можно сказать, суть нашей работы, получается, это один, получается, ты мало что сделаешь, а если у тебя есть команда, есть за твоим плечом товарищ, который тебе не даст упасть и в нужный момент схватит тебя за твое плечо, это доверие людей в команде. После пожара идет бурное обсуждение. Потому что все на эмоциях, все там съездили на пожар, получили долю адреналина. Спасти человека и все. Оказать ему помощь, чтобы человек жил и радовался. Может, что-то он принесет полезного, как и мы.